Ривелю. Мисс Уайлерти крайне удивится, узнав, куда привели меня ее бабочки. Любой подтвердит, что у меня нет недостатка в товарах. Здравствуйте. Без вас я бы не смог довести до ума эти улучшения. Как обычно, предлагаю вам специальную цену. Вам что-то подсказать? None of us are intimidated.
Ривелио. Так-так, гляньте-ка, что тут у нас? Уверена. Ох, очень надеюсь, вам удалось узнать, что там случилось с бабочками. Здравствуйте, мисс Уилларти. Ну, что же произошло? Получилось их найти? Да, они отвели меня в запретный лес, но, увы, увы, там не нашлось ничего интересного. Понимаю. И все равно я благодарна вам. Вы поступили очень храбро, правда? Что ж, спасибо. Берегите себя. Люмос. Здравствуйте, Сирона. Вы просили меня навестить вашу подругу, правильно? Да, мою подругу Дороти Спроттл из Верхнего Хоксфилда. Это к северу от Хоксмида. Ее муж Эйден недавно скончался, и нужно помочь ей собрать Мурлокомлей. А еще я надеюсь, что вы сможете отыскать мою коробку писем. Здравствуйте. Дайте знать, если я смогу вам чем-то помочь. Чем я могу вам помочь? Может, еще увидимся. До свидания. Здравствуйте, мистер Пеппин. Вам нужно доставить товары? Да, нужно. Я так полагаю, что вам совсем не составит труда посетить городок Кинбридж. Это к югу от Хогвартса. А что за товары нужно доставить? Фатима Лаванг заказала зелье невидимости. Обычно я доставляю зелье сам, но в последнее время она каждый раз затевает ссору. И почему-то вечно жалуется на качество товара. Но какое уж тут качество, если она заказывает зелье так часто, что я не успеваю их варить? В общем, если вы возьмете на себя эту нервную задачу, то можете забрать себе плату за доставку. Не люблю иметь дело со сложными людьми, но за вознаграждение соглашусь. Хорошо. Вот зелье невидимости, которое она заказала. Надеюсь, она не доставит вам неприятностей. Конечно, она тоже весьма талантлива в зельеварении. Я бы даже не отказался взглянуть на ее книгу рецептов. Опаздывает.
Мадам Лаванг? У меня посылка из лавки зелий и Джея Пепина. Теперь он поручает свою работу детям? Что угодно сделает, лишь бы самому не утруждаться. Может, вы еще и зелье за него варите? Хотя какая разница? Вы наверняка справитесь с этим лучше, чем он. Но если вы недовольны качеством, зачем продолжаете к нему обращаться? Видите ли, мои покупатели желают оставаться незамеченными. Я их не осуждаю. Но представьте, как трудно снабжать их качественной продукцией. В отличие от некоторых, я хочу, чтобы мои покупатели были довольны. Вот зелье, которое вы заказывали. Не все так просто. Я знаю, что Пепин вечно пытается надуть покупателей. И на все готов, лишь бы лишнюю пару-тройку галеонов слупить. Вы ни кната не получите, пока не докажете, что зелье действует. Пейте. Не хотелось бы, но раз уж вы настаиваете, быть посему. Настаиваю. Кажется, сработало. Что ж, не поспорить. Если на зелье и вправду высокий спрос, может вам пересмотреть свой подход к работе? Скажем, предлагать свои умения и рецепты? Ха! Ни за что! Этот бездельник пришел на готовенькое, в то время как другие трудятся, не покладая рук. И я не собираюсь делиться с ним плодами своего упорного труда. Если его дело прогорит, сам виноват. Что ж, ладно. Я сообщу мистеру Пепину, что его зелья доставлены. Прекрасно. А что у вас можно купить? Что вы сегодня ищете? Спасибо, что зашли. Весьма признательна. Ни одно. Ривелли! Инцидент!
Спринтер! Люмос. Контринго. Ревелио. Ревелио. Люмос. Эти камни не в лучшем состоянии. Аранжир не стоит тратить время. Я что-то... Это атака была! Бомбард! Эстеко! Экспульсо! Остановись! Ты об этом пожалеешь! Остановись! Эстеко! Ревелио. Бомбарда! Люмос. Здравствуйте. Вас интересуют зелья? Зелья для Фатимы Лаванг доставлены. Очень хорошо. Она не доставила вам проблем? Понимаю, почему вы не захотели к ней идти. Она ворчит и ворчит. Я очень благодарен вам за помощь. По крайней мере, дело сделано. Доставить эти зелья оказалось труднее, чем предполагалось, и я жду дополнительного вознаграждения. Смотрю, вы человек деловой. Что ж, я заплачу вам больше, хотя такое отношение — это перебор. Кстати, в Кенбридже мне попалась эта книга рецептов зелий. Может, она вам пригодится? Это что? Книга рецептов Фатимы? Оставьте ее у себя. Она не заслужила эту книгу. Я оценил ваш порыв, но вам стоит поучиться уважать чужую собственность. Некоторые вещи для зельеваров крайне важны. Я немедленно верну ей книгу.